Всем привет, мы живы. Не скажу, что мы в безопасности, контента пока не будет, потому что некогда, нету желания, ни сил, ничего. Мы занимаемся совсем другим. Мы пытаемся по максимуму, насколько мы можем, помочь местным волонтерам, помочь теробороне, помочь тем, кто в этом нуждается, так как мы можем. Коллекцию я свою не распродаю, не пытаюсь ее распродать, не надо мне писать. Все у меня остается. Я за всем, когда выдается свободное время, ухаживаю. Пытаюсь как-то отвлечься, развеяться, если вообще от этого можно как-то отвлечься. И просто мы заняты другим. У меня двое маленьких 5-летних детей, которым страшно. Один из детей, кто не знает, у меня с инвалидностью. У него ДЦП, много всякого. И сейчас мы не можем, как раньше, заниматься с реабилитологами, ходить на плавание к профессиональному реабилитологу, который занимался с нашим сыном, которая занималась с нашим сыном, огромное ей спасибо. К нам не ходит наш реабилитолог, который занимался с ним массажами, гимнастикой и прочим. Мы сейчас не можем работать с нашим логопедом, мы не можем поехать никуда на реабилитацию. Мы ничего сейчас не можем, поэтому всем этим занимаемся мы сами, постоянно. Потому что мы не можем бросить нашего ребенка. И у меня просто не остается времени. Ну, и я не вижу сейчас смысла делать контент про орхидеи. Да, они отвлекают, но сейчас это неуместно абсолютно. Вот, мы живы, пока не в безопасности, но надеемся на лучшее. Будьте в безопасности, всем мирного неба, мира на земле, берегите себя. До скорых встреч, я надеюсь.